В ООН принята белорусская резолюция по борьбе с торговлей людьми. В документе акцентируется внимание на ряде основных последних глобальных вызовов, с которыми продолжает сталкиваться мировое сообщество. Это и сохранение преобладания женщин и детей среди жертв торговли людьми, растущий спрос на живой товар, а также активное использование информационных технологий торговцами в преступных целях, рост количества мигрантов среди жертв торговли людьми, в том числе с целью извлечения человеческих органов. С авторами резолюции выступили 80 государств.